Израиль ответит на ракетную атаку Ирана и решает, как это сделать. Об этом заявил начальник генштаба израильской армии Герцог Халеви, подчеркнув, что Цахал готов противостоять любой угрозе со стороны Ирана и его сателлитов. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat. Западные союзники не только в один голос поддержали Израиль, но и помогли ему отразить иранскую атаку. Десятки беспилотников и ракет были сбиты военными США, Великобритании и Франции. Вместе с тем они пытаются не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. We're committed to a ceasefire that will bring the hostages home and preventing conflict from spreading beyond what it already has. Британский премьер Риши Сунак также призвал к прекращению конфликта в Газе, в котором Иран поддерживает Хамас, и снова выступил за создание двух государств. Mr. Speaker, it is significant that other regional partners actually helped to prevent a much worse attack over the weekend. It reminds us how important the attempts to normalize relations between Israel and its neighbors really are, and it holds out precious hope for the region. А в центре Тегерана собрались сотни сторонников жесткой линии иранского правительства, чтобы выразить поддержку нападению на Израиль. Демонстранты размахивали флагами Ирана и Палестины и скандировали лозунги «Смерть Израилю».